рецепт на сегодня такой. Сегодня у нас будет древний восточный рецепт для изгнания различных паразитов из организма. Берем семена кориандра. Покупаем семена кориандра, хорошие, красивые. Дальше, покупаем какое-то количество, там, кулечек, например, такой, хороший кулечек. Берем сковородку без масла, идеально чистую сковородку. Высыпаем туда эти семена и как семечки их чуть-чуть прожариваем, прокаливаем. Смотрите, чтобы они не пережарились. Потом выключаем все. Сколько вы семечки жарите? Там 5-7 минут, сколько? Примерно так. Потом берем все, охлаждаем, выключаем, охлаждаем. Дальше берем кофемолку и на кофемолке все перемалываем на такое себе молотое кофе. Дальше берем трижды в день, три раза в день перед едой съедаем по 1 грамму. Берем, взвешиваем примерно 1 грамм нашего перемеленного кориандра и перед едой за 20 минут просто берем и съедаем. Для профилактики достаточно 5-7 дней, три раза в день до еды съедать данный порошочек. Если у вас выявлены гельминты, значит можно где-то до 20 дней, примерно до 3 недель, 3 раза в день употреблять его. Потом обязательно делаем перерыв 2 недели. И так через 2 недели можно 3-4 курса, если у вас выявлены серьезные проблемы с гельминтами, 3-4 курса повторить.